Приветствую вас на четвертом этапе трофи спринта Кубка ЮФО. И мы сегодня в Астрахань. Время еще нет 9 утра, уже жарит 40 градусов жары. Мы мокрые, мы воюем с комарами. Красная доехала, красная в сборе. Оцените новые дисули. Мы на сильверах. 33 на 10 с половиной на 16 радиусе. Новые японские НК. Вес 6 килограммов. Ширина 5,5 дюйма. Еще у нас новый движок. Новый шноркель, чтобы не хапать воду. Здесь без изменений скоро залетят более спортивные пластиковые ковши, чтобы не набирали воду. И, в принципе, все. А база, целина, местные, волгоградские экипаж. Там Хома, 0.50 целина, 0.88 зеленка. Вот это... 003, честно, не помню. Тоже, видимо, волгоградский экипаж. Парни на Шевроле, которые в целине бились, как тигры, плавали. Вот новая машинка. Ставрополь. Самурай. Все, в принципе, как всегда. Стандартная Нива почти. Идут обсуждения. Все давно друг друга не видели, аж 2 недели, соскучились друг по другу. Ну, в общем, как всегда, экипажей много. Мы заявились в класс спорт. Решили в Ниву открытую пока на этот этап не ехать, потому что мы уже на 5-м, а то и 7-м месте, а то и ниже уже, в общем. Короче, очень низко. И смысла сейчас пока машину рвать не имеем. Так что, а в спорте мы, в общем, получается, на 2-м или 3-м месте разделяем с самураем. Поэтому есть смысл побороться. Ну, а так как мотор свежий, не знаем, когда он пристрелится, или пристрелится вообще ли. Поэтому не рисковать в Ниве, а сразу в спорт проехать. Хотя бы пару кругов, а там уже посмотрим. В общем, доброе утро, да, ребят? Доброе утро. Всем удачи. Сегодня будет жаркий день, в прямом смысле. Астрахань встретила реально хорошо. Да, солнышко. Итак, брифинг прошел. Четвертый этап, но оказывается, у людей еще есть вопросы по регламенту. Все, жеребьевка стандарта, обход трассы. Ну, все как всегда, в общем, и потом Нива. Итак, заканчивается обход у стандарта. Буду стоять на вот этом месте. Особенность астраханской трассы и Астрахани в целом, что здесь река Волга. Воды много. И песок. И вот это место, я думаю, будет очень интересно посмотреть. Итак, встречаем первых участников класса, категории, точнее, стандарт. Ой-ой-ой. Вот о чем я вам говорил, ребята. Так. Надо встать. Я как бы-то по трассе бегаю. Здесь сейчас будет хорошо. Нет. Закопался. Выбрался. Прошел. Молодец. Невасик. Волгоградские номера догоняет УАЗ. Не
Нива не прошла, УАЗ прошел. Ходами, 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 ходами. Прошел, но кто-то поливает. Своя траектория. Прошел. Лютый. Вообще не напрягаюсь. Без проблем. Очень был хороший момент, сейчас уже 4 машины подсобрались вместе. И вот еще очередная группа, 3 Паджеро. Ох. Я прям очканул, ребята. Прям на меня шел. Не договорил. Хорошая первая группа прошла в 4 Нивы. Снимал для Инстаграма, ссылочка в описании. Там выкладываем каждый день что-то новенькое, интересное. Подписывайтесь, заходите. А здесь вот засадные пески, рыхлые. Разгон. Жарко, машинам жарко, кипят, греются. Три пятерочки, прошел. Дальше кочки. Все, теперь клуб будут там объезжать, а там жопа.
Трасса получается скоростная, но узкая, то есть место для обгона очень мало. И сразу лютый. Вот в таком темпе они туда едут. Шевроле, Нива. Давно не видно было Паджеро. Все. Началась жара в стандарте. Слышно лютого, что-то у него сегодня по-другому работает двигатель, другая выхлопная. Все.
до двери, это нормально для лагеря. Надо отрезать. Ой, сейчас хорошо делают. Это где-то 4-5 круг. Да не, побольше. Жера, 2-й круг. Давай, давай, давай. У нее вечно ее жопу тянет. Ну, он снимает. Ходит, он оператор. Все, хайджек. Ничего, он слетел просто. О, смотри. Вперед надо, ходави. А он не проедет. И снимает? Трос! Ну да, она щелкает и идет. У него левое колесо лопнуло, а правое крутится за это. Да, да, да. На замарке. Так, 07 экипаж, ну, сегодня 207, подняли машину, будут пытаться выехать, есть еще шансы. Парни, 3-5 немножко подсдались. Опа. Домашняя трасса у Сереги, он должен победить. А обычно он тут прыгал. Есть контакт. Готово. Готов. Оба готовы. УАЗик вроде выйдет сейчас. Так, экипаж 020 из Армавира. Проблемы со сцеплением, но едут. Медленно, но верно. Парни, последние 3 минуты пытаются выехать. Серега, последний круг, походу. Ну, 2 Нивы так и остались. Ну что, положили сантраки. И... Жеребьевка Нива открытая, к сожалению, сегодня без нас. Ну, хотели, но пока не решились. Сегодня очень оперативно выложили результаты. И даже еще не стартанула Нива. Но парни знают. О! Краснодар из КРД, красавцы, мужчины! Ура! Да кто красавцы? Вы красавцы сегодня! Молодцы. Второе. Открытая Нива, пойдем. Второе? Второе написано, да? 818. Спорт. Красавцы, мужчины. Серега, поздравляю с третьим. Спасибо.
Давай. Дома надо было кубок забрать. А еще, у нашего пилота сегодня день рождения. Поздравляю. Мы начали еще по-астрахански, по-московски и продолжаем. Это девятка. Он на раме. Далдал ушел. Далдал ушел. Да отсечек, та-та-та. Надо было в стандарт, вот это был бы контент. А и все. Не-не-не, ходом надо, ходом. Смотри. Не, все равно диагоналка. Блокировочка имеется. Слушай, а это не тарзан. Это самодел. Это самодел. Передняя балка сзади. Да-да-да, сзади. Это самодел. Там старт. Не ходите туда. Нива открытая. Спокойненько, по кочечкам. Ростовская область, 088. Поехали. Да, парни празднуют день рождения. И второе место. Аккуратно, опять же. Ну, тут особо не попрыгаешь. Приехал в Ставрополь. Ой-ой. Пониженную на скорости. Перенесли трассу в лужу. И у экипажа. Стоп. Вот что ли? Да. Все? Что? Приезжали? Ручник что ли? Да. Нахуй нужен. Целина. 070. 1-4-4 за ними. Время потеряно, но не критично. Кто бы сомневался, что 800-й номер на второй круг приедет первый? Ростовская область на второй номер, 088 бортовой. Хорошо идут. Здесь засадное место, целина проехали вторые. Где-то лобовое разбили. Хома выезжает третий из этой лужи. Этот парень ввел код бессмертия и прохождения, не знаю, но он... У него штурман отдыхает. Нормально. Грунт отличный. Нормально там водички. Thank you.
толкать надо. Рыбку не задавить. Чуть-чуть левее надо. Быстро утонула, быстро набрала воды. На ЦСТ. Якорь зарывается очень сильно. Надо момент не потерять. Куда, 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 куда? Хома пролетел. Сашки, Сашки, что вы делаете? Целина выехал. Сейчас посмотрим, как другие. Хорошая вода, вода не грязная, то есть не муляка вот эта вонючая, а просто грязь из Волги и грунт мокрый, просто обычная земля, то есть прям нормально. Мягкая, но нормально. Эй, не копай! Не копай! Давай, давай, Сашка, давай! Ты ж бегаешь там это у себя! Вообще не копай! Ой-ой-ой! Все хорошо! Очень плохой звук. Плохо. Саня! Пара! Саня! Стираются, говорю, стираются! Все, нету пары. Пара, все. Пары нету. Спереди, все. Иди в бок его туда, оттуда. Не надо туда. В бок его, в бок надо.
были, да? Дай назад, просто бревно, назад чуть-чуть. Стучит мотор. Нету морды. Нету морды. Поэтому и не бьемся, блядь. Я понял. Но вы до финиша. Там еще одна лужа глубокая. А мы вот второй круг. А, я не видел. Почва сразу копается вниз. Идет, 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 идет под кустик. Левый привод порвали, по-моему. Левый. Морда не крутит. Морда не крутит. Вон там дерево, если лебедкой можно за дерево. А, баркуда, да? Да.
Красавцы, долбите! Прям в притирку к ней. Я знаю, я видел. Нива открытая, как всегда. Очень напряженная борьба. Напомню, вышло 9 экипажей. 9. Мы видим постоянно 3-4. Сейчас будет новая траектория. Отлично. Ох, он там копает. Как вам этап? Отлично. Какие подозрения? Нива, машина сломалась. Блять, точно. Диагноз сказал бы, машина сломалась. Чуть-чуть просто не работает. Нашли мы Шевроле. Шевроле закопан прилично, привязан к дереву. И я так понимаю, не заводится, да? Закопали парни знатно. А база, я так понимаю, ух, глубоко-то как. Выплыл, машина плывет. Thank you.
Здесь утонуло. У базы проблема с двигателем. Двигатель начал дыметь. Естественно, газы выходят все в салон. Это немножко неприятная и немножко опасная ситуация на самом деле, потому что угарные газы не есть хорошо. Очень глубокие броды. По-моему, самые глубокие, что были на соревнованиях за этот сезон. Вот техника не выдерживает. Здесь, скорее всего, вода. В датчиках. Дыши, брат, свежим воздухом. Ничего с ней не будет. А, не закрывается.
передка, только на задней. Порвались, все порвались, Хома порвался, эти волгоградцы порвались, да. Все хотели победить. Пара тоже или привод? Не знаю, Серега ничего не сказал, он сказал, что у меня передка нет. А, я понял, так что видите, парни, целина тоже получается без передка. А, ну да. Пружина без фиксатора. Ну да. Фух. Первые две машины. Элиста и Вранглер. Сидят. Ранглер там тоже стоит на подъеме. Опа, очки, соленоид. Инстаграмчик парней. 091 там написано. Очень тяжело. Не вы тут проще шли. Вранглер выехал. Подумал, Армавир, похожий цвет легенды 17, но нет. Это местные астраханские парни. Странно работает мотор, но может быть это его нормальное состояние. К нему вот так по диагоналочке и налево вот так вот заезжает как бы на него и потом сразу уходи туда. Помогли советом, это не запрещается. Не, он давно стоит. Очень мягкий. Сегодня вы нам покажете класс, как надо, как надо проезжать. Это все. Мы скромные ребята, мы гостеприимные, пропускаем людей. Там глубоко, да? Ну, Нива плавает полегче. Здорово.
обработанная лебедка. Поставили, получается, между на лебедке между барабаном и шлицами. Ну, эти, как он правильно называется? Сепараторный механизм. Поставили пневмороспуск, который просто как блокировка раскладывается. Очень интересные ковши, которые абсолютно не набирают воду. Вот такой вот механизм. Работает, получается, на свободку, включается даже когда трос под натяжением. Он, если он нажмет, он отдает трос сам в обратную растожу, да? То есть он и туда, и сюда работает. Сегодня, ребят, не показывали вам. Есть еще на данном мероприятии вот такой автомобиль, который крайне удивительно было увидеть в заявке категории туризм. И, к сожалению, он даже первый круг не доехал. Кто-то здесь еще и загорает. Приехали отдохнуть. Что случилось-то? Сказали что-то с мозгами, да? Мозги залил. А где у него мозги? Не в очень удачном месте. Ну это понятно. Ох, могло. А как у Нивы прямо стандартный? Ну мы их замазывали. Вроде как. Да, пытались. Мы знали, на что шли. Понятно, а поднять не было варианта повыше? Нет, времени не хватило. Переделывать. А как всегда, ночь последней гайки, да, но все равно не хватает. А мы ее даже и не готовили, эту машину. Понятно. Завелась, приехали хорошо. Эх, ну, бывает. Красиво у вас? Хорошо. Комаров только много. Ничего страшного. Местных не трогают, наверное, уже все. Нет, да, да. Только на нас, на этих приезжих, да, как нет, на десерт. Ладно, удачи в будущем. По этой траектории не знаю. Я первый раз проходил. Почему же красная не выступала в категории Нива открытая? Все очень просто, ребят. По итоговой таблице результатов мы очень далеко внизу на красной. А в классе спорт, из-за того, что мы взяли в листе первое место, получается, мы делим второе-третье место с Тойотой. Так и вот, мы приехали на сырой машине. Она, ну, достаточно мало обкатанная. И тем более не видел этот новый движок такой воды. И было принято волевое решение, что Ниву мы не едем, потому что по результатам нам уж не догнать никого. Но в классе спорт мы можем побороться. Если, не дай бог, что-то случится в классе Нива открытая, мы можем не успеть починиться до спорта. А в спорте есть вариант, что мы проедем 1, 2, 3 круга и тем самым наберем хоть какое-то количество очков. А если победим или займем тумбу, то встанем на первое место в годовом на данный момент в списке, то... Ну, в общем, решили рискнуть. Понимаем, что трасса будет более серьезно накатана после Нивы и туризма. Но яйца в кулак и едем дальше. А как это будет, вы увидите чуть-чуть попозже. Давай, я же начал. Проедем.
стой, нет. Нет, стойте пока. Так, ребята, ребята, Отходите. Ребята, уйдите, быстро! Там сейчас сядет. Все правильно, 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 молодец. Вот, вот вам туда надо было да, тоже. Да, да. И там уже дерево и... Блокировка сзади не работает. Блокировка на что-то не работает. Вот сейчас за работу похватило. Видишь? Передачу выключи. Да, да.
Попробуй заведи, помоги, Кость. Да, заведи, помоги на 2 минуты. По нашей проложенной тропиночке. Вот так надо проезжать диагональ. Ага. Даже химера здесь. Да. Вот, не идет вообще он. Грунт отвратительный просто. Это намытый остров, как нам сказали. Из песка и глины просто. Смотрите, оно вот сейчас вышло вверх. Какие хода подвески. Ой, как бревно нехорошо встало. Так называемый краб.
Так, красненькие сегодня не едут по диагоналкам. Какие-то технические тоже проблемы. Да, механическая лебедка. Почему у него тормозной диск вон стоит на, я так понимаю, на приводе, крутится в другую сторону.